ли изобрел, то ли... Не знаю, как вспомнил. Такой интересный... Да нет, изобрел, скорее всего. И мне он нравится, этот способ рисования. И я, наверное, его буду использовать почаще. А это сочетание, значит, белил, тонированной бумаги. Ну, по сути дела, это почти гуашь. Хотя гуашью это в полной мере назвать нельзя. Это такая акварель с белилами получается. Потому что она сохраняет все равно определенную прозрачность. Гуашь-то она совсем, как сказать, укрывистая. А вот при таком вот способе, методе, я работаю, так сказать, на стыке трех практически техник. Это немножко гуашевая, ну можно даже, а гуашь это у нас как бы отголоски масла. Вот. Здесь вот эти вот водяные потеки акварели, безусловно, тоже оригинальные. Оригинальные, я имею в виду, для акварели. То есть, ну вот, но это чисто графический прием. Вот что надо сказать обязательно, что это чисто графический прием. Потому что здесь еще плюс ко всему важным, значит, элементом является цветная подложка бумаги, которая тоже выбирается не просто так, а ну, фон цветной может быть разный. Ну вот крафт-картон такой вот этот коричневый, теплый, он всем известный, знакомый и, казалось бы, очень примитивный при хорошем сочетании красок, то он может приобрести очень благородное звучание. Ну, сейчас я такую задачу не ставлю, однако у меня работы есть такие, которые так и получались, с очень интересным таким качественным звучанием вот этого, казалось бы, простого крафт-картона или, проще говоря, оберточной бумаги. И чем мне нравится вот этот прием, которым я сейчас работаю, это какое-то идеальное сочетание и живописи, и графики. И очень дающее много интересных возможных перспектив. Короче говоря, вот такая техника интересная. Здесь можно идти и от пятна, и от линии. Я вот тут поначалу начал линии рисовать, причем это я рисовал кистью. Я рисовал это тонкой кисточкой. Потом я остановился, вдруг мне захотелось работать пятном, и я перешел на цветное пятно. Сейчас вот я могу вернуться снова к рисованию кистью, да, такой вот рисунок, смотрите, как интересно сочетается. Вот потом я могу даже взять, наверное, и ручку, но в данном случае я черный цвет пока не употребляю, а вот такой темно-зеленый там. То есть идет одновременно чисто графическое рисование с работой пятнами. Очень интересный прием. А дальше молча. Короче говоря, могу рассказывать до бесконечности, делиться секретами могу в огромном количестве, у меня их много. Приходите, садитесь, угощайте меня обедом, ужином и завтраком, и я поделюсь со всеми. Вы делитесь со мной своими деньгами, я делюсь своим опытом и мудростью. Если денег нет, расскажу бесплатно, я не жадный. Объявление о том, что я готов проводить вот такие выходные, выездные мастер-классы прямо на улице города Иркутска, я даю уже второй год, третий раз. Ни одного желающего. А вчера
И сегодня китайцы просто вот сидели у меня тут, на ушах сидели, и я думаю, и они где-то полчаса стояли и все смотрели. А вот наши как-то абсолютно к этому безразличны. Иркутск. Это Иркутск, это наша родина, сынок. Пока.